Профессиональный праздник отмечают украинские нефтяники и газовики. Сейчас на них возложена нелегкая миссия. По планам Кабмина Украина к 2020 году должна полностью отказаться от импорта газа. Поэтому уже сейчас нужно наращивать собственную добычу и разрабатывать новые месторождения. На одном из заводов, крупнейшем в Европе, Шебелинском, побывала губернатор Харьковской области. Подробности в материале. Первый газ из Шебелинского газового месторождения пошел по трубам в 1956-м. Это было крупнейшее в Европе месторождение, обеспечивавшее весь Союз. В Сибири газ нашли гораздо позже. За 62 года эксплуатации запасы газа на Шебелинке порядком истощены. Сейчас его добывать гораздо труднее. То есть сам по себе он уже не выходит с пластов, не хватает энергетической мощности. Вот поэтому и вот идет сегодня серьезнейшая модернизация. Модернизация, техническое переоснащение всех наших основных фондов, дабы тот газ, который есть сегодня, хоть и при таких давлениях, мы его должны извлечь. По сравнению с прошлым годом, газовикам удалось добыть на 700 миллионов кубометров газа больше. В недрах запасы в 330 миллиардов кубов. В последние годы газовики активизировали разведку новых месторождений. Мы ведем сегодня работы по Святогорскому месторождению. Очень перспективное месторождение. 4 скважины разведывательных показали обнадеживающие результаты. Ну и следующее перспективное Герцевановское, это тоже в Харьковской области. И вот заканчиваем обустройство Писпаловского месторождения второй очереди. Полностью обеспечить Украину собственным газом можно, но для этого нужны вложения и время. От получения лицензии до добычи первого кубометра газа проходит 5 лет. На сегодня в Угразодобыче есть программа 2020, которая предусматривает добычу 20 миллиардов кубических метров газа к 2020 году. Это позволит, с учетом других частных компаний, выйти на уровень самообеспечения страны природным газом. Если все пойдет хорошо по результатам 2020 года, мы не будем импортировать газ из Европы. Отметить заслуги и поздравить газовиков с профессиональным праздником приехала глава Харьковской облгосадминистрации. В Харьковской области добывается 42% общеукраинского газа. Занято больше 16 тысяч работников. А також доля газодобычи в общем объеме производства около 30%. Для Харьковской области и для Украины в целом это очень важный вопрос. Профессиональный праздник – это не просто возможность поздравить людей, а возможность пообщаться и сверить часы. Будем поддерживать сферу и отрасль через каждого сотрудника, который работает в этой сфере экономики. В компании «Укргаздобыча» говорят, еще одна задача сейчас – обновить оборудование на буровых. Оно работает уже 30 лет. Константин Редин, Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности, телеканал «Интер», Харьковская область.